смог им отказать? Моему другу нужна помощь. Слышите? Ладно, попробую разобраться. Говорите потише. Не волнуйтесь, мэм. Этот сброд потерпит. Верно, а я вам нет. Значит, вы попали в аварию? Да, простите. Моему другу очень больно. Кажется, вывих плечо. А что с тобой? Тоже ранен? Да не был царапин. Теперь я будто заключил сделку с дьяволом. Фургон перевернулся раз 10. Мне выбил плечо. Обратительно. Парень, что был за рулем, не выжил. Мне же. Что случилось? Он отпустил придурка за руль. Вот и все. Теперь фургону крышка летит. Среди местных бандит. Я не виноват, Брэндон. Слушай, я констатировал факт. Нет, это ты сказал, что от него нет пользы. Я был не в курсе, что у него нет прав, а ты об этом знал. Да и как можно в Лос-Анджелесе не иметь прав? В общем, Трэвис сам бросил своего сына. Нет, это не он оставил его с ним. Он его не бросал. Он оставил его с ним. Да. Но я убедила его, что для Криса это был наилучший вариант из возможных. Позвольте спросить, что заставляет вас жить? Что заставляет вас просыпаться по утрам? Мои дети. Ник, Алиша. Вот именно. У вас есть замечательная дочь. Потрясающая дочь, ради которой вы и должны жить. И еще есть надежда, что...